Итак, ребят, всем привет! Сегодня очередной выход. Копаю я сегодня, как всегда, с Дмитрием. А Дмитрий уже у нас ковыряет уже начатый фундамент. В прошлом году мы приезжали на него, он уже был взорванный. Мы снова там немножко пошурфили, наверное, сняли на штык лопаты. Вот, там были разнобой, советики, царики. Вот, и решили снова приехать сюда. Приехали, ужаснулись тем, что здесь несколько было порядков домов, все они взорваны, но ужаснулись вот в чем. В этих шурфах трава, я не знаю, 3 метра, потому что прошелся, я посмотрел, потому что тяжело было определиться. И трава где-то примерно выше меня еще на метр. В общем, жуть, очень жутко то, что так все зарастает. Ну, видео я уже начал из-за того, что у меня находка весьма приятная тем, что это царская монета, 1 копеечка. И сейчас я делаю вступление, иду на шурфик и показываю ее вам. Да, кстати, только что здесь, походу, еще приехали комрады, и в составе, наверное, 3 человек. Вот. Ну, там что-то непонятно. Здесь грибов нет, ягод нету, но они так одеты по гражданке, яркие цвета, один голубой, другой белый, и что-то непонятное. И вроде там в составе имеется женщина в возрасте даже. Ну ладно, поменьше болтовни, в путь, смотрим. Ну вот наши, вот такие вот кусты очередные, а шурфик, он у нас Дмитрий за кустами. Всем привет. Здорово, здорово. Какой фон, блин, хоть на обложку выставляй. Дмитрий, ты в такой рамочке, со всех сторон конопля и отверстие такое, знаешь, зачетное вообще. Будешь видео смотреть, поприкалываешься, вообще классно. Дышим, копаем. Да. Ну, придем к находке. Находка вообще в очень таком шикарном состоянии. Смотрите, чистая медь 1914 года. Николай Последний. И сохранчик такой, знаете, бодренький. Его только, наверное, щеточкой почистить, и можно в коллекционный альбом складывать. Ну, зачетная монета. Засыпка, в принципе, приятная. Вот, и будем здесь продолжать. Дмитрий, у вас там что? Ничего? Пока кирпичи. У Дмитрия там кирпичи. Но это тоже результат. Кирпичи-то это тоже, да? Ладно, продолжаем. Итак, ребятушки, у меня очередной сигнальчик. Сигнал монета, могу сказать. И сейчас будем разбираться, что за монета. Так, монета похожа на какую-то царскую, чуть непонятно. Приближаем поближе, смотрим вместе с вами. О, да это у нас РСФСР. 15 копеек 1925 года. И это у нас серебро. В простонародье белончик. Кто не знает, белончик, потому что у него низкое качество серебра. Всего-навсего 500-я проба. Вот, из-за этого это прозвище пошло — белончик. Кстати, белончики пошли, если я не ошибаюсь, при Александре II. В связи с экономией драгметалла. Так что вот так вот. Раньше было качество серебра монет гораздо лучше. Ну ладно, продолжаем. Вот такая вот монетка выпала у нас. Очередная. Смотрим. Итак, ребят, у меня очередной сигнал и монета. Монета у нас... Так, пролетариаты всех стран, соединяйтесь. А номиналом 20 копеек. Щитовичок. Год сказать не могу, наверное. 32-й, 33-й. Вот такая вот монета. Ладно. Будем продолжать. Итак, ребята, наконец-то. И у Димана находка. Прошлые годы. И это 2-ка.
Судя по всему, по размеру двушка. Класс. Николаевского образца тереть не буду. Но такой сохранчик будет неплохой, судя по орлу. Все, классно. Не зря Дмитрий накатал. Ставим лайки. Да, ставим лайки Дмитрию. Так что продолжаем, продолжаем. Кстати, там что-то столько приехало народу. Вообще жуть. Три машины это точно. Не знаю, комрады это нет. Но факт есть факт. Может, у них какой-то здесь слет организовался. Ладно. Может быть, позже знакомиться пойдем. Но это видно будет. Все, продолжаем. Итак, ребята, я вам в начале видео говорил про кусты. Я вот стою. И вот смотрите, на какой высоте у нас еще конопля. Диман, сколько вот посмотреть, Диман? Еще метра полтора, да? Нет, тут больше трех, по-любому. Нет, я вот от меня я имею в виду. От тебя, да. Вот Дмитрий говорит полтора. Грубо говоря, пусть я буду 1.50 м и еще сверху полтора. 3 метра. Трешка есть, по-любому. Такая вот тут жуть. Тут такие. Тут сосны. А, да. Здесь сосны, Диман говорит, блин. Мечта наркомана. Кстати, может быть, они и это. Как ты, Диман, думаешь, шишки здесь полезные? Полезные, да? Ладно, будем продолжать. Итак, ребят, у меня монетка и весьма приятного размера. Вместе с моими сейчас будем смотреть на это чудо. И что это? Блин, я по ней еще засадил, блин. О, это у нас... Это у нас... Что это? Пятак, что ли? Низкогуртовый, который 1862 года. Низкопрофильный пятак. А, нет, двушка. Двушка, вижу двушку. Ну, зачетно. Зачетно, только зря я по нему, конечно, шмякнул. Ну, как-то не ожидал я. Весь мусор выкидываю, и в мусоре она оказалась. Ладно, классно, зачетно. Всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском, и полезной информации. Будь всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться, нажать на колокольчик, поставить галочку, и ты будешь первым оповещен о появлении новых выпусков. Итак, очередной монитос, и монетка у нас советская, 15 копеек 48 года. Зачетная. Немного есть красные пятна, но это пойдет. Все это берется. Не снимал я еще советские монетки. Это у нас 10 копеек. 10 копеек 50 какого-то 57 года и копеечка со старым гербом. Вот так вот, в принципе, шурф и видео, я думаю, уже состоялся. Дмитрий у нас тоже царя поднял, так что я думаю, что все неплохо. Продолжаем. Итак, ребят, Дмитрий ушел туда обследовать новый фундамент. Вот там он есть, такой же прям куст, один в один. Два брата-близнеца. У меня сигнал и монета. Монета с СССР. Двадцатка. Двадцатка. Рамочник 49-го года. Все. Продолжаем. Итак, ребята, решил я расширять свой фундамент. Старый, как вы видите, здесь засыпочка вот старая. И я ее убираю. Нудное дело, конечно, но что было, то было. И вот выбросил комочек срезанный. И вот так вот монетка выпала. Ну, судя по всему, это пятак. Да, пятачок. Год 46-й.
46 пятак. Ничего особенного, но все же находка. Находка. У Дмитрия там тоже червончик в квадрате. Ну, у нас вот так вот. Все. Копаем дальше. Итак, ребят, у нас Диман, он сидит в кустах. Довольный. Вон, видите, у него какая мина. Довольный, счастливый. Это означает, что только-только то, что у него царь. Царская монета. 3 копейки. 1916 год. Тоже, как вы видите, чистая медь. Классная, классная монета. Поставим ему палец кверху. Бомбы. Все, классно. Поздравляем. И у него здесь, в принципе, засыпочка довольно-таки приятная. Ладно. Мы идем копать советы. Итак, ребят, смотрите, какой аккуратный шурфик получается у Дмитрия. Прям просто заглядение. Поднял он сейчас билончик. Я ходил разведывать новый шурф, а он билон вытащил. Потом я пришел, ковырнул и поднял. Смотрите, какую зачетную находку. Это у нас свистулька. Я его почистил. Вот, попытался в нее посвистеть. И она, между прочим, работает. Работает, свистит. Сейчас я вам покажу это. В общем, я не знаю, как она должна работать, но звук свист она издает. Вот такая вот зачетная. Между прочим, это за все время моих шурфов. Это вторая находка. Одну я сдал в музей. Думаю, это тоже пойдет в музей. Но только уже в другой. Классно. Дмитрий что-то там хочет найти. В общем, шурф с моей стороны прекратился. Монетки перестал давать. И даже сейчас не знаю. Все думаю, куда что пойти. Либо как-то расширяться, либо как-то что-то думать новое. Для нового нужно новые силы и с нового дня. Сейчас, к сожалению, время подходит к своему завершению. Ладно, смотрим. Итак, ребят, сегодня у нас произошла сенсация вот с этим вот человеком. В чем сенсация? Смотрите, что он поднял. Ноги поднимает Александра. Ой, Николая последнего. Но в данном случае, смотрите, кто. Это у нас Александр. Офигеть. Непонятно пока, что. Полтинник это все-таки, наверное. Сейчас мы будем его отмывать. И вещь просто шикарная. Я подымал рубль в прошлом году, Александровский. А тут у нас вот такой вот полтинник. Офигеть. Сейчас, конечно же, мы его немножко помоем. И на обозрение. Вот это да! Вот это подписчик дал. Вот это мы совместно покопали. Дмитрий у нас чемпион. Чемпион, еще раз чемпион. Пишите, поздравляйте его. Лайки, лайки, братва. Да, довольный. Все, сейчас моем. Если любопытно, мы покажем, что есть за монета. Итак, ребят, все-таки мы разглядели это. Это у нас 50 копеек. 1894 года. 50 копеек. Ну-ка, поверни-ка. Вот, это у нас Александр Третий. Зачетный. Вот это пошурфил. Все, ребят, я пошел копать свои полтинники. Вот это у него фортануло сегодня. Вот это ему улыбнулась удача. Офигенно. Ладно. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, сегодня у нас Дмитрий в ударе. Буквально только что я вам показывал полтинник. И вот он двушку поднимает 1860 года. Низкопрофильную.
И такой, знаете, бодренький будет зачет. Ну, конечно же, забираем. Все, продолжаем. Смотрите, как трудится реальный работяга. Он вообще не отдыхает. Работает как трактор. Он даже не курит. Курить бросил 7 лет назад, да? Скоро 8 лет. Скоро 8 лет. И он вообще пьет только воду. Даже на перекур не ходит. Ну я к чему? Здесь у меня вот, смотрите, такая вот хреновина выпала. Вот такая вот вещица. Какой, Диман, это размер? 50-й, растопка, не знаю. А у тебя какой размер? 44-й. Вот у Димана 44-й. Ну, прислони-ка, смотрите. Какой здесь? Здесь жил человек Йети, блин. Офигенно, блин. Так, у меня находка. Находка вот такого характера. У меня таких пуговок нету. И она, конечно же, отправится в коллекцию. Очень большая пуговица. Если по сравнению взять пуговку, например, со звездой, смотрите, какая здоровая. Вот. И это у нас Советский Союз. А стрела означает, что это у нас почта. Почта России. Или связи, что-то в этом роде обозначает. Кстати, у Димана тоже есть такая же пуговка, он сегодня ее поднял. И пуговка зачетная с ушком. Вот такая. С ушком? Да. И еще вот такое вот количество находок. 3 пуговки, конинка и 4 монеты. Монеты советские, 49-й, 46-й год. В принципе, ничего особенного. Двадцатка и пятнашка. Рамочники. Вот такое вот количество до того момента, как Дмитрий поднял сегодняшнюю сенсацию. А сенсация у нас сегодня Александр III. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, на этом будем заканчивать свой видеокоп. Сейчас я вам покажу находки, которые мы сегодня сделали. Находки просто шикарные. Дмитрий сегодня у нас просто-напросто отличился. Фартануло ему сегодня здорово тем, что поднял он зачетную монету. Если до конца досмотрите, я вам ее более подробно покажу. Монета хороша тем, что она не довольно-таки частая. Вот, 50 копеек Александра III, 1894 года. В принципе, не из дешевых, но самое главное, что монета пойдет, конечно же, ему в альбом, в коллекцию. В принципе, Дмитрий шурфит не так уж часто. Вот, с ним, в принципе, мы познакомились. Он просто хотел пошурфить, немножко набраться опыта. И сегодня он показал, как он быстро-быстро учится. А сегодня он также цариков поднял с шурфа, и вот такая вот монета. Не каждому улыбнется удача поднять с шурфа именно вот серебро такого большого размера, и монета, в принципе, достаточно интересная. Ну а сейчас, конечно же, мы будем смотреть данные находки. Итак, теперь к находкам. Как вы видите, вот такое вот количество у нас находок с Дмитрием. Левая половина моя, правая его. Сегодня мы добивали шурф, который был разработан не нами. Вот, как-то я приезжал, мы там тоже цариков потягали и уехали. Но сегодня решили вернуться, потому что копать невозможно. Травка очень-очень высокая. В некоторых местах достигает 3 метров. Ну и решили пошурфить. Начну со своего шмурдяка. Вот такое вот количество пуговок. 3 пуговки со звездой, якорь, лысая. И вот такая зачетная пуговка. Серп, молот и стрела. Это у нас Почта России или что-то в этом роде, связь. Затем вот такая вот интересная штучка. Я даже не знаю, что это такое. Вот такое вот стеклянное оправа. Находится оправа, между прочим, такая, знаете, декоративная. Ну, в принципе, красиво. Я предполагаю, что это от часов.
Вот, на кнопочку нажимали раньше, и она открывалась. Просто в свое время, я помню, были такие вещи. Ну и вот такая свистулька, между прочим, рабочая. Как вы слышали, звенит, свистит она, в принципе, ничего такого особенного, обычная свистулька. Вот такая вот бутылочка старинная, между прочим, внутри имеется пробка. А по монетам. А советы, ничего интересного. Единственная вот монетка, это 1 копеечка 1934 года. Самая, что ни на есть, приятная цена на нее. Затем двушка, червонец, две пятнашки, три двадцатки, один щитовичок, другой рамочник. Два пятака 49 и 46 года. Трешечка 49-го и три царика. Ничего особенного. Два царика. Копеечка 1862 года, копеечка 1914 и серебрушка. Вот такая вот серебрушечка 25 года, пятнашка. И вот такая вот непонятная монета. Она медная, естественно, это у нас что-то из разряда царей. В итоге получилось у меня три царя и серебро. И вот такое вот количество советских монет в общей сложности получилось 16. Ну, а к Дмитрию вот такие вот находки. Пуговка орлянка позолота до сих пор сохранилась, в принципе, неплохо. Затем вот такие вот пуговки тоже. Серп-молот и стрела. Два колечка обручальных, возможно, муж с женой разругались и в разные углы дома раскидали, и они закатились, и мы их сегодня подняли. По монетам, в принципе, у него тоже неплохо. Получилось у него 15 монет. Но в итоге я считаю, что Дмитрий вообще сегодня на удачу сыграл здорово. Советики, ничего интересного. Остановлю свое внимание именно на приятных находках. У него тоже сегодня серебрушка 10 копеек 25 года, как и у меня. А затем двушечка в неплохом сохранении, но здесь вот такая вот лепешка на ней неприятная. Затем трешка. Трешечка у нас 1916, да? 16 года. А, Дмитрий говорит, вон там он косуля. Она только что к нам подходила вообще. Так, где она, где она? Дим, что-то ей. Правее, Сань. Правее? Да, да, да. А, вот. Вот у нас косуля. Наглая такая. Практически к нам к машине подошла. Я ее, правда, шуганул, но ей все равно. Подошла. Не боится. Вот такие вот у нас животные. Кстати, Диман сегодня еще говорит, кабана шуганул с лежанки. Ну вот так вот. Травка у нас вкусная. И не боится. В общем, продолжу. Продолжу. Так, трешка. Трешка какого? 14 или 16, Дим? 16-го. Потом двушка 1860 года. Вот. И вот эта сегодняшняя бомба. Вот такая вот монета. Это у нас Александр III. Полтинник. Правда, он темный такой, знаете. Ну, я думаю, она очистится здоровско. В принципе, и сохран тоже неплохой. Все четко видно. Все зачетно. Вообще огонь монета. Я впервые в руках держу вот такую вот монету. Именно полтинник. В свое время я подымал рубль Александра. Тоже шурфа, между прочим. А это у нас полтинник. Ну и все. Все, на этом закончу. Дмитрий у нас сегодня оказался в ударе. Как говорится, новичкам везет. Ну и все. Все, пойдем. Вон там косуля до сих пор у нас тусуется и не хочет уходить. Молодая, неопытная.
Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой видеокоп. Находки вы увидели, просто-напросто шикарные тем, что попались у нас сегодня в основном царики, советики немножко и, естественно, приятные находки. Ну, на этом и все. Конечно же, ставим пальчики кверху. Кто не подписался, подписываемся, комментируем. В принципе, хотел бы узнать, а вы поднимали такие монеты? В принципе, не часто их поднимают. Вот. Хотел бы узнать, часто ли под катушечку попадается такой сигнал. Ну и вот так вот все получилось здорово. Как говорится, ученик обошел учителя сегодня по всем статьям. Поднял больше меня царей, ну и серебра. Ну и все. Всем пока и хабра побольше.